Ой, яйца, что? Динозавры. А, блин, а если будет, можно кататься на динозаврах. Что за рельсы? Вау. Блин, очень красиво на самом деле. Прикольно. Блин, прикольная локация. Красивая. Жестко. Красиво так-то. Очень красиво. Какой-то стиль, плевать. А... боевой пропуск. Ну-ка, давай посмотрим. Я знаю. Убери, 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 убери. Ладно, убери. Во-первых, тут... дельтаплан. А как это? Как на нем можно кататься, что... непонятно. 200 V-баксов на первой странице, окей. Такой вот скинчик, так. Эра. Блин, ну, прикольно. Необычно. Да. Капец. Ой, при... ой-ой-ой, имба. Имба, имба, ну-ка. Прикольно, мне нравится. Танец водный, непонятно. Ладно. Дельтаплан. Псионный дельтаплан. Что? На этом, я так понимаю, вот здесь как-то стоять, здесь держаться или что? Блин, непонятно, не очень понятно. Ой, вах, какой мужчина. Мужчина прям хороший. У него руки прикольно светятся. Дреды прикольные. Вот эти косички. Прикольно, прикольно, мне нравится. Ну, я вот эти все... экран загрузки, все это пропускаю, все обертки пропускаю, мне они особо не вызывают такого восхищения, да. Осколки призыва яркие. Прикольная штучка, тут они еще движутся, прикольно анимировано. Еще мужчина, Бунтарь Трейс, той же тот, только в капюшоне. Вот капюшон у меня немножко, ну, немножко не нравится, остальное в целом прикольно. Они такие большие все, что-то... все тонкие обычно, эти большие. Так, тут следующее. Лавовый топор. Блин, тоже красиво очень, на самом деле. Звук не понимаю пока что, к сожалению. Боевая гитара. Ну, типа, более-менее нормально. Можно играть. Риан. Весь остров, ее концертная площадка. Ой, рокерша. Рокерша, прикольно. Разные носки.
Или что это у нее? Это типа... Это носок или... Да, скорее всего, носок. Блин, ну... Фиг знает. Волосы у нее прикольные. Огонь такой, да. Ботинки большие. Мощно. Хорошо. Я не знаю, буду ли я за эти скины вообще играть. Лавовый топор рокерский. Почему он рокерский? Он зеленый просто. Ну ладно. Зажигательный диск. Ой, там тоже было, видимо. Нет, не было. Не знаю, почему не было. Вот это прикольно, кстати. Типа сидишь такой, отдыхаешь, вот у тебя огонь, там все дела. Почему у меня юбка вот сквозь? Вот это не при... Да, фигово. Рокер Шариан. Два стиля. Блин, вот это, кстати, более-менее прикольно. Вот это я, может быть, проходил. Один из двух, что такое один из двух? Ну-ка, второй стиль, ну-ка, покажи мне. Тот как будто поприкольнее. Здесь вот курточка чуть-чуть закрывает. Мне не очень нравится, но в целом нормально. В целом хорошо. Так, ну, всякие обёртки, всякое сигнальный маячок. Ой-ой-ой. Сигнальный маячок. Ну, в целом... А что это? Типа, показывает твое местоположение, тут карта будет или что? Если это так будет, то прикольно вообще на самом деле. Ой, какой. Вот это хорошо, мне нравится на самом деле. Вот это мне нравится. Такое тут, вот эта деревяшка, не знаю, вот это прикольно выглядит. Лавовые руки, все дела, прикольно. Мне нравится, хорошо. Я быстро пробегусь по пропуску, чтобы сильно не заострять внимание. Еще одно копье. Древняя ярость глубинная, ну-ка. У нее какой-то жесткий звук, я не знаю, что это. Прикольно, тоже прикольно. Это план. Вах. Вот это вот прикольно, вот это хорошо. Я буду носить его, скорее всего, если куплю. Я, скорее всего, куплю боевой пропуск. Так. Тут плащ такой неестественный, чисто в статике стоит. Ну ладно, это, допустим, да. Железо такое, да, вот так поставили, все окей. Глубинный реликт. Отважный охотник, стремящийся раскрыть все тайны острова. Ну такой, блин, странный. У него вот плащ статический, у него какая-то маска странная. Такая нестандартная очень. Ну, я понимаю, что это тот же чел, потому что у него вот это все так же выглядит, да? Только плащ добавился и маска. Ну, блин, что-то не знаю. Крылья Ой, вах, имба. Вообще имба. Я их буду носить точно. У меня сейчас стоят крылья, которые я получал там бесплатно за... Блин! Умеют же делать дельтапланы всякие и крылья? Или это мне просто так нравится? Вот вообще имба, я всегда его буду носить, мне кажется. Ой, факт, что я вышел. Я выжил, не. Куда я ушел? Просто вот это вот имба. Вот это вот имба, я в афиге. Смотрим, Марипоса не боится встречать опасность лицом к лицу. Ну, блин, у нее была бы какая-нибудь юбочка, не знаю. Было бы покруче, мне кажется. Хотя, не знаю. Ну, меня чисто шорты смущают. Ну, она в стойке такой, конечно. Может, меня чисто это смущает из-за стойки, но не знаю. Так, ну, всякие граффити. Кстати, прикольно. Граффити луча Либре. Прикольно. Ой. Кастетные перчатки полуночные позволяют стать чемпионом как на ринге, так и на поле боя. Прикольно. Вот это за какую-то кошечку, знаешь. Прикольно будет. Резкий отсчет. Раз, два, три. Время пошло. Это, да, ринг. Просто она любит ринг, видимо. А вот это Марипоса, вот это вот имба. Вот это я буду носить тоже. Вот это хорошо. У нее топик тут не как та жилетка, вот топик просто хорош. Прям вообще имба скин. Мне нравится. Латунный компас. Найди свой путь любой ценой. Просто компас, который... Он движется, когда я меняю...
Оу, фак, она будет ходить, он будет крутиться. Вот это прикольно, кстати. Мародерские мачете. Мародерское мачете. Отточите навыки и наточите клинок. Очень прикольно то, что она меняет руку, когда бьет. Вот это мне прям нравится, это хорошо. Лоренцо, известный исследователь и лукавый выдумщик. Блин, ну как будто фиг знает, как будто слишком просто, но это так и должно быть, и типа непонятно, вроде хорошо. Мне еще очень интересно, какие у них будут дополнительные награды, какие будут скины. Вот это очень интересно. Планирующий дрон. Ой, тоже имба, слышь. Я вот это тоже буду носить, как будто. Вираж приключенца. Великолепный. В воздухе витает дух приключений. Блин, если бы чел стоял на нем, мне кажется, это была бы имба. А он просто снизу летит. Как он раскрывается? Ну, кстати, раскрывается прикольно. Не знаю. Так, сигнальные огни. Ну, это все не будет использоваться, в этом прикол. Это кайфа не дает. Кайфа нет из-за того, что это не будет использоваться обычными людьми в обычных играх. Вот. Лоренцо великолепный, известный. Ну да, известный, да, исследователь. А вот это уже зачет, вот это уже хорошо, вот это компас у него татушка, это уже хорошо. Это приятно, это прикольно. Маска очень хорошая, ему подходит прям. Прикольно, плащ, все дела, вот это хорошо. Но это не плащ, наверное, или плащ, я не знаю, честно. Не особо разбираюсь. Эмблема для флага, ну, стандартная такая, я не знаю, зачем я посмотрел ее. Блин, вот это как будто хорошо, вот это вот часть, вот это, и вот как будто хорошо. Клинки, короче. Блин, вот меня очень смущает, они очень большие, они типа... Вот так вот и во всю ногу будут. Они очень большие. Вот это меня немного смущает. Были бы они поменьше, было бы, мне кажется, имба. Временной портал. Ой-ой-ой-ой. Меняет стиль свой. Я понял. И обратно. Вот это красиво. Вот это хорошо. Это красиво. Это красиво. Это правда красиво. Это хорошо, это красиво, это хорошо. Так, сияющий хронометр вневременный, тоже здесь и сейчас. Вот это прям прикольно, часы идут, вот это хорошо, это... Ой-ой-ой, это прям часики такие. Кстати, выглядит неплохо, выглядит хорошо, мне нравится. Но опять же, они просто зеленые стали, но они огромные. Огромные мне не нравятся. Блин, я не понимаю до сих пор, как на это можно лететь. Типа, как чел будет на этом лететь. Но я очень хочу посмотреть. Вот это очень красивая штука. И мне интересно посмотреть. Вневременная эра. Та же девушка, которая меняет свой стиль, да. Вот это прям очень красиво, мне нравится. Второй стиль, можно посмотреть, пожалуйста? Второй стиль. Он будет, видимо, белый. А, без шляпы. Ну, прогрузить, пожалуйста, что вот это? Ага. Ну и здесь тоже, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, прогрузись. Прогрузись! Или это так и должно быть? А вот, прогрузилась, хорошо. Ну, неплохо у нее лицо красивое. Неплохо в целом, да? Голова, фу, голова, прикольная. Часики мне очень нравятся. Ну, типа, платье такое не очень, на самом деле. Вот так вот все не очень, как по мне. Вот это прикольно. Вот это фул прикольно. У нее перчатки прикольные. Перчатки прикольные и ноготочки зеленые прикольные. Ну вот второй стиль, который... Наоборот, первый стиль, он вот... Первый стиль красивый. Второй менее красивый, там без шляпы, без всего такого, да. Вы серьезно? Я, честно скажу, я не видел вообще никаких новостей. Я не спойлеры в себе... Никакой боевой пропуск, ничего не смотрел, чтобы вот сейчас посмотреть фулл боевой пропуск, чтобы оценить. Трансформируемся. А. Чтобы оценить вот прям на ролике. Кибертронская секира, почетное оружие. Я ничего не смотрел, но
Я увидел, да, в трейлере то, что там трансформер. Я понял, что тут будет трансформер, но... Зачем он есть? Прогрузись, пожалуйста, прогрузись, прогрузись. Пожалуйста, трансформер. Кибертрон, давай. Ты не фул прогрузился. Или фул уже. Вот это не... Вот. Вот, вот это хорошо. Спасибо. Заградительный огонь. Ну успокойся, подожди, дай я тебя смотрю. Кстати, он выглядит очень качественно. Он очень хорошо выглядит, но он такой массивный, мне кажется, прям очень большой. Так, мне очень интересно, смотрим. Ты зачем мне показался? Это же просто имба. У меня есть обычный мускул. Но тропический мускул. Что с тобой сделали, брат? Брат, что с тобой сделали? Самолюбование. Жестко, жестко, жестко. Коктейль, коктейль, коктейль. Прогрузись. Прогрузись. Прогрузись, прогрузись, прогрузись. Спасибо. Кстати, прикольно. Прикольно. Прогрузился, прикольно выглядит. У меня есть мускул. И типа, вот мускул, да? Прогрузись, прогрузись, сразу прогрузись. Прогрузился. Вот, короче, вот стандартный мускул, да, обычный мускул. Брат, что с тобой сделали? Ты красавчик? Еще более, как будто. Дополнительные награды. Я это хотел посмотреть, меня там мускул слишком затравил. Ну вот если он прогрузится, мне кажется, будет прям амба. Типа прям, прям хорошо как будто будет. Ну типа не очень хорошо, но прикольно на самом деле. Марипоса Динамо. Такой скин уже был вот подобный, и мне он не нравится. Такой уже подобный был, опять же. Не хочу такой. Сигнальные огни автоботов. Да, трансформеры, имба. Ну, так и так, 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 так. Не знаю. Не знаю, не знаю, ничего не могу сказать. Зажигательный диск. Я не могу это посмотреть, он опять не грузит. Не хочу смотреть. Сигнальный маячок глубинный. Истинный охотник всегда на эту дорогу, да. Но опять ничего не понятно. Поменялось чуть-чуть. Я не помню, как он выглядел до этого. Не могу оценить. Лоренцо безрассудный. Прогрузись. Прогрузись, Ой, хорошо. Хорошо. Вот, вот если вот так смотришь, вот из-за этой штуки, это плохо, как будто. Если вот так, это прям... Это хорошо, это хорошо, мне нравится. Это хорошо. Мне показалось, или у него галстук, типа, внутри был его, или нет? Сейчас мне интересно посмотреть анимацию. Да, реально внутри! Реально внутри! Реально внутри! Недоработка, недоработка. Как я это заметил, я не знаю, но придраться надо же. Топоры, топоры, да. Топоры странника, дар бури и пустыни. Ну, они выглядят более-менее, кстати. Еще бы их чуть... Хотя нет, просто парня не такого тонкого. И мне кажется, хорошо будет выглядеть. Да, опять ничего не прогрузилось. И... Кстати, неплохо. Кстати, неплохо, только я не понимаю, как здесь стоять. Типа, вот здесь чел будет нога. Здесь он держаться будет, допустим, руками. И типа так лететь. Непонятно, но очень хорошо, если это так будет, потому что это очень красиво. А как может Optimus Prime поменяться? Типа, у него есть стандартный вид. Есть какой-то более нестандартный. Он такой поломанный уже, он боевой. И, блин, вот это красиво выглядит, вот это не спорю, это Понял, все. Дополнительные награды закончились. Ну, получается, вот, кстати, мои крылья, да? Я говорил то, что у меня крылья есть, куда они даже в избранном, я крутой. Я их получил как-то бесплатно. Ой, фак, Optimus Prime. Йоу! Это что? Йоу! Это что такое?
Это что, бесстрашный лидер максималов входит на борт трансформера? Это что за машина такая просто? Машина с полетами, да. Просто машина, феечка. Жесть. Что за машина, я в офиге, леший. У меня был, кстати, леший, я его покупал, я его потом вернул. Видимо, это было зря, потому что он... Вот это имба, мне кажется, это имба. Так, обычный? Обычный. Мне как, мне вроде был. Цветущий леший. Красиво. Прогрузись. Красиво, да. Осенний леший. Зимний леший. Вот зимой вот это носить, это просто имба. Мечтательный леший. Вот это... Я быстро пробегусь по... Как магазин предметов, потому что это даже не входит в боевой пропуск, и типа... Ну, этого я видел уже давно. Хотя я не играл, глава 3 я не играл в это время, но я его как-то видел. Бигфут, я тебя тоже видел, 9 сезон, да, когда я начинал играть, прям... Привет. Блин, Бигфут под такую музыку, да, шикарно будет, конечно, ходить. Это я даже смотреть не буду почему-то. Хотя нет, я посмотрю, но чуть-чуть, типа, пока не прогрузится, да? Хотя оно уже вот прогружается потихоньку, да? Пока. Тальтек. Имба! Имба скин. Так он в 9 сезоне появился, нет? Я помню, он был в магазине предметов в 9 сезоне. Вот этот прям точно помню. И 9 сезон, там был, была вот эта локация с ними как раз. Где... Да, да. Мим. 30 лет видел. 30 раз, 30 лет. Очень грустно стало, спасибо. Я ненавижу вот это, то, что это добавили. Я думал, у меня, типа, очень, типа, такой эксклюзивный скин. Что? А, это просто разные подборки? Разные подборки, просто 5 стилей, допустим, да, показывают. Мне очень грустно из-за того, что эту фигню добавили. Потому что я ее купил. Я думал, это будет... Единственный раз, когда можно будет купить. И я, видимо, зря купил. Она 1800 стоила? Она, а, нет, она дешевле стоила намного, точно. Она, мне кажется, 1200 стоила. Ну, 1800 я бы не купил, мне бы не хватило. Добытчица. Это же получить не добытчицу, это просто и вот это вот это... Это грустно, конечно. Я хочу добытчицу, поэтому это грустно. Боевой пропуск, это мы просмотрели уже. Собственно, все. Так. Надо получить боевой пропуск. 260 V-баксов. Да, надо получить боевой пропуск. Все. Давайте, удачи. Я пошел в сражение с Бурой, ПВЕ, я набирать V-баксы пошел. И, наверное, куплю сегодня боевой пропуск, но это очень не точно. Вряд ли сегодня. Поэтому всем давайте удачи. Боевой пропуск мне относительно понравился, но относительно не понравился. И всем удачи, всем пока. Всем пока, всем увидимся в следующих роликах. Пока.